С 1 августа в Приднестровье возобновляются международные пассажирские перевозки. Автобусам и маршруткам разрешат ездить по трем основным направлениям – Молдова, Украина и Россия. Уже утвержден и порядок пересечения границы туда и обратно. На все пассажиры, которые приобретут билеты в кассах автостанции Приднестровья, смогут пересечь границу без разрешения оперативного штаба, находясь до 12 часов за пределами Приднестровско-Молдавской республики. Если они в течение 12 часов вернутся в Приднестровско-Молдавскую республику, они будут освобождены от 14-дневного карантина. Без разрешения оперштаба на срок до 12 часов выезжать смогут только граждане Приднестровья. Билет, купленный в кассах автостанции, нужно обязательно сохранить до возвращения обратно в Приднестровье. В Молдову маршрутки и автобусы начнут ездить уже в субботу. Украина пока пускает к себе только украинских граждан. Что касается российского направления, в планах возобновить маршрут Москва-Тирасполь. По открытию рейса на Санкт-Петербург сейчас ведут переговоры. Решить вопрос с поездками на Москву и Питер планируют в течение следующей недели. Данные перевозчики согласовывают сейчас вопросы пересечения государственных границ Украины и Российской Федерации, так что это в ближайшее время тоже будет возобновлено. Все перевозчики, как наши, так и иностранные, должны будут соблюдать санитарные требования. Водители в масках, в машине антисептик. Обрабатывать салон придется после каждого рейса. Для пассажиров маски тоже обязательны. На автостанции перед поездкой всем будут измерять температуру.